Привет, ребята. Обзор буженина классическая, главпродукт. На самом деле обыкновенная тушенка, мясо около 100 грамм в 300-граммовой банке. Никакая не буженина. Буженина это такая крепенькая свинина, копченая, сухая. Там просто в желе плавает тушеночка среднего качества. Стоит от 100 до 150, реальная цена, ну, 50-100 рублей. Ну, там 120-130 ее продают, поэтому, как обычно, в консервах обман. И даже нету этих 58% мяса. Пока, ребят, это был истинный следователь. Не покупаем.